Американский боксер Майк Тайсон 27 октября станет членом Союза писателей России. Передают российские СМИ со ссылкой на промоутера спортсмена Владимира Хрюнова. В этот день в Москве пройдет презентация книги «Тайсон. Беспощадная истина». Тогда же боксеру заочно будет вручен членский билет Союза писателей России. Сам Тайсон посетит российскую столицу в ноябре. Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Помимо, собственно, спортивных достижений, он известен тем, что в 1997 году во время боя откусил часть уха у Эвандера Холифилда.